Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 21 уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. И в этом уроке мы с вами рассмотрим плагин Аккордеон. Вот так он выглядит. Это похоже что-то, что и табы, только это аккордеон. Давайте посмотрим на сайте, что это такое, если вы не понимаете. Это вот такие вот вкладочки. При клике на каждую вкладочку у нас без перезагрузки страницы выезжает панель, где вы также сможете разместить любой ваш контент. Также в дизайнерском смысле здесь все настраивается, цвета и так далее. Давайте рассмотрим настройки данного плагина. Переходим внутрь. Первая вкладка Accordions. Заходим. И здесь мы можем добавлять новые вкладки аккордеона, удалять и менять их. Ну, в принципе, вот меняется тут все то же самое, как и в табах в предыдущем уроке. Быстренько покажу. Галочку ставим для того, чтобы вы могли произвести любое действие. То есть редактировать или вот корзинку удалить, если она тут лишняя, например. Редактируем. Здесь заголовок. А здесь вы вставляете все, что угодно. Любой текст, любого размера. В общем, это обычный редактор. Делаем все, что хотим здесь. Вот таким образом. И вы сразу визуально видите, да, что у нас получается. Также и по плюсику вы добавляете новые аккордеоны. Только сначала убираете галочку и вот так вот заново добавляете еще один аккордеон. Здесь все понятно, движемся дальше. Стайл. Первый вариант. Видно, у нас заголовки смещаются, да, вот центр, право, лево. То есть где размещаться заголовком вот этих вкладок. Для этого текста на вкладках также мы можем задать тот шрифт, который вы используете для всего сайта. Цвет этому тексту. Дальше background – это заливка этих вот панелей, да? Размер текста, межстрочное расстояние ниже и, соответственно, внизу есть такие параметры для текста на вкладках. Ну, все то же самое, что и в предыдущем уроке. Body – это вот сама панель, то есть смотрите, вот вы видите, закрасил цветом, по клику вот видно, да, окрашивается в тот цвет, который вам нужно. Border – это рамочка, также можно менять. Радиус – это скругленные углы этих вкладок, видно, сейчас они скруглились. И анимация. Анимация – именно элементов вот в этой области body, да, вкладки. То есть, когда я кликаю, текст будет анимирован по-другому. Со стайлами разобрались. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Дальше паддинг. Здесь уже, я думаю, не стоит вам рассказывать. Вы уже знаете лучше меня. Всевозможные отступы внутренние. Margin – это внешний отступ. Двигаем всю конструкцию. Вот и все, в принципе, настроечки. И у нас получается симпатичный вот такой вот слайдик. Надеюсь, урок для вас был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные познавательные уроки. Делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я недавно ее создал. Ссылочка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью.
лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.